Как в белорусской глубинке праздновали рождение ребенка и его крещение? Именно на эту тему несколько фольклорных коллективов из Беларуси показали настоящий мастер-класс. Своеобразную культурно-этническую экскурсию по правилам двух обычаев в форме представления продемонстрировали три творческих белорусских коллектива. Фольклорный концерт получился зрелищным. Многое, о чем рассказывали и что показывали участники проекта, гости узнали только на фестивале. На вогулу, самое главное на керунок, я лечу, працы нашей, это захование традиционной культуры. У нас 35 коллективов с наименем народным працуют в области мовы нашего концерта. Это показать обрат, показать те песни, те танцы, которые бытуют в том или ином регионе. И особливо это цікаво, когда мы бачим и дорослый коллектив, и дитячий, когда есть поколение, выхование молодшего поколения, передача им этих традиций. Народные коллективы «Бабино лето», приехавшие в город над Бугом из Пружан, семейный игровой обрядовый ансамбль «Родина» и фольклорные «Волошки» из Березинского района Минской области встретились на импровизированной творческой сцене в первый раз. Объединяет их одно – желание показать современному человеку разнообразие своей культуры – сориентировать в давних устоявшихся традициях, раскрыв их замысел и уникальность. Этносвято, на яким будут показаны сапраўдныя хрэсьбіны, як праводзіліся яны ў Брэсцкай вобласці, пакажуць, наколькі я разумею, пружанскія артысты самадзейныя, і як на меншчыне яны праводзіліся. Хранящие в памяти историю традиции народа, выступающие в фольклорных театрализованных постановках, раскрыли яркую палитру проведения двух обычаев – рождения и крещения ребенка. А проводились эти обряды в Беларуси испокон веков колоритно и торжественно. А нами покрещенные, принимаем нами народженное, вами покрещенное. Здоровенький наш сыночек. И счастливенький. Занотовать обрады, песенные и многие другие, как нашим детям, нашим нащадкам было что покинуть и было чем заниматься, и как они ведали историю своего края. Сохранение и популяризация народных обычаев – главная цель состоявшегося фестиваля. Благодаря коллективной работе талантливых и увлеченных белорусов, занимающихся фольклорным творчеством, традиции и духовное богатство наших предков не забудутся никогда.